Как найти и восстановить доступ к биткоин-кошельку? Итак, биткоин-кошелек хранит публичный адрес и приватный ключ. Потеряв их, вы теряете доступ к средствам. Так где же искать кошелек? Во-первых, в браузере. Проверьте сохраненные пароли в Chrome. Настройки, безопасность, диспетчер паролей. Ищите данные от криптобирж или онлайн-кошельков. Во-вторых, на жестком диске. Ищите файлы wallet.dat, address.db или wallet.aes.json. Воспользуйтесь программами для восстановления данных. Recuva – бесплатная программа, Pure and File Recovery или Test Disk для потерянных разделов. В облаке проверьте старые аккаунты в Google Drive, Dropbox, iCloud. Ищите резервные копии. На физических носителях – флешки, внешние диски, бумажные кошельки, то есть распечатанные ключи. Так как восстановить доступ? Если есть сид-фраза, импортируйте ее в Electrum или другой кошелек. Если есть файл wallet.dot, попробуйте открыть его в Bitcoin Core. Если ничего не найдено, попробуйте сервисы вроде Wallet Recovery Services платно. И, друзья, важно, никому не передавайте свою сид-фразу или приватный ключ. И, конечно же, регулярно делайте резервные копии.